Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Амайн, с вами я, Амайн, и сегодня будем играть в Майн. Да, первая запись видео на компьютере. Это очень классно вообще, я очень сильно рад. И прикол в том, что это новая рубрика, это первый прикол. Она называется «Строю дом из игры Granny Chapter 2 в Майнкрафте». Да, таких роликов, конечно, на Ютубе, хотя стоп. Я знаю только одного блогера, который это снимал. И это не я, конечно же, но я буду это снимать, как вы видите. Так что давайте... Ой. Я, как видите, нашел здесь местность такую вот, ну, неплохую, более-менее ровную. И здесь, пожалуй, мы будем строить этот дом. Для начала я предлагаю вам, нам выбрать, из чего будет фундамент. Да. А потом уже продолжать. Небольшая рекламная пауза. Вы знаете, что такое пассивный доход? Если нет, я сейчас вам объясню. Пассивный доход — это, допустим, вы ложитесь на диван, и вам капают денежки. Многие не верят, что это... На этом можно много заработать. Это правда. На этом много не заработаешь, но... Заработать хотя бы немного можно, ничего не делая. Сейчас объясню, как это работает. Представьте, что вы просыпаетесь рано утром. Выходите из нее. И идете к компьютеру. Вы его включили и считаете, что у вас уже пассивный доход. Вы заходите на сайт, он называет Addon Money. И вы нажимаете в правом верхнем углу на кнопку «Установить расширение». Оно у меня установлено, поэтому мне его устанавливать не нужно. Как работает этот сайт? Вы просто включаете в самом верхнем углу кнопочку «On». Сейчас у меня написано «Off», и он копит вам поинты рубля, так накопите. Достаточно просто включить компьютер. Вы можете банально сидеть в Ютубе, смотреть меня, да, и вам будут капать поинты. Есть дань. Вы должны включить кнопочку «On». Это первое. И, во-вторых, не закрывать вот это вот окно. Там работает этот сайт. Точнее, расширение. Ну, все. Конечно же, я забрюлил название этого сайта. Ну, я это вам уже говорил. Чтобы вы не начали искать в Яндексе, там, во всех поисковиках, где этот сайт. Я это сделал специально, потому что выгода мне должна быть какая-то. Так что по ссылочке в описании под этим видео вы найдете ссылку. Да, ссылку, короче, на этот сайт, да. И это реферальная ссылка. Вы ничего не потеряете, просто знаете. Регистрируйтесь по ссылке. Приятного просмотра. Ладно, все, ребята, я решил. Будем строить из этого. Вот из этого, да. А почему темнеет, я не понял. Ну, ребята, я разобрался, как делать день. Это не может не радовать. Так, ну как вы поняли, строим.
Итак, ребят, предлагаю кое-что сделать очень плохое, да. Потому что... Так надо. Я не понимаю, почему не работает. Короче, ребята, поджигаем это дерево. Оно нам мешает. И по этой причине я его сейчас... Коровки, не идите в огонь. Я тот, который... Ой, корова! Прошли! Предлагаю переместиться в Грэнни. Ребят, поскольку мы строим, ну, как вы поняли, первый этаж, нужно посмотреть по размерам. Так, получается, первый этаж, он не квадратный. Вот это нужно учесть, он прямоугольный. Это мы учтем. Я не против. Первый этаж прямоугольный. Нужно его всего обойти и примерно предположить. Ну, скажем так, примерно я все уже понял. Возвращаемся в Майнкрафт. Ну и как видим, все идет по мне так идеально. Вот, представьте. Здесь у нас будет домик. Ой. Мы такие из подвала вылазим, ла-ла, на второй этаж, тут ла-ла-ла и так далее. Я думаю, это очень прикольно. Но я предлагаю слегка продлить эту дорожечку. Ой, фундамент, извиняюсь. Тыщ-дыщ. Как минимум, ну, досюда. Давайте сейчас посмотрим. О, все. Сразу смотрится что-то по-другому. Кто не знает, мы это хотели делать с Толей, но что-то не сложилось и... Толя расхотел вести канал. Это его дела, ладно, а я продолжаю это делать. Вернусь, когда все будет готово. Ну что, ребят, как вы видите, я... Задолбался. Я это делал очень долго. Не знаю, сколько, если честно, но это было очень тяжело. Как же я вообще прям... Ну, прям... Ладно. Осталось вот подровнять всякую шнягу. И все. И... Ой. Ой. Вот это я сейчас не понял. Хотел сказать то, что подловчился. И это очень, кстати, классно. Ну, получилось довольно-таки прикольно. Не знаю, заканчивать на этом видос. Я не знаю, я снимал, может, минут 7. А получилось, что вот как-то... Так вот, где эти шняги всякие. Все, ребята. Площадка готова. Ну, по факту, выход... Где будет выход из дома Грэнни? Типа вот здесь? Но тут типа озеро. Или типа пофиг. Пускай будет здесь. Блин, это трудно решить. Ну, пускай будет здесь. Все-таки. Значит, вот здесь мы выходим из подвала. Типа вон там вот у нас подвал находится. Нет, я сделал ошибочку. Вот так мы выходим. Да, вот. Мы выходим из подвала и смотрим, что здесь и как. Ну, предлагаю нам, пожалуй, сделать эти стены. В принципе, других вариантов нет. Из каких досок будем делать? Хотя, прежде всего, нам нужно зайти в Грэнни. Так, мы уже в Грэнни, как вы поняли, очень быстро. Ну, стены, знаете, они какие-то такие пожеванные здесь. Я не знаю. Вот пол деревянный. Пол деревянный. Поэтому нам придется делать еще один слой. Деревянный.
Да. А стены, блин, из чего сделать стены? Предлагаю. А что я предлагаю? Я ничего не предлагаю. Предлагаю просто поискать, что может быть похоже на вот это вот что-то отечное, потечное. Хотя, может, вот это? Слушайте, ну, по мне так неплохо. Ну вот, смотрите, ребят. Типа вот. Стена здесь и стена. Не подходит. Знаете, мне вот почему-то вот это мне напоминает шерсть. Может, ну, типа, такие обои из шерсти. Как вы на это смотрите? В принципе. Я думаю, это будет прикольно. Но все-таки для начала нужно сделать еще один слой. Это вот этого, конечно, я совсем не ожидал. Возьмем дубовые доски. Мне кажется, из тропического дерева, потому что я же должен быть в чем-то оригинальным. Вот как это? Норм. Потому что домик как бы не должен быть при этом еще и мрачным. Ну, капелька должна быть мрачности, но и при этом было что-то такое. А, ё-моё! Вы чё? Не понял. Ладно, ребята, я ставлю на паузу и продолжаю, ну, делать вот так. Приятного просмотра вам дальше. Ну что, ребята, продолжаем, да. Как вы видите, я еще больше задолбался. Я играю без всяких модов, потому что это будет потом. Ой, как я устал все это делать. Я научился убирать дождь и делать постоянно день. Кайф. Ладно, где... А, вот это у нас это. Предлагаю сейчас, в данный момент, мы будем делать стены. Вот я же говорю, мне это напомнило шерсть. Но... О, подожди, губка. О, обновление реально прикольно, прикольно. Я не знаю. Лучше что-нибудь используем из таких вот блоков. Предлагаю использовать диорит. Мне так кажется. Давайте это уточним. Ну, диорит. Нет, диорит, ребята, не подходит. Тогда используем андезит. Андезит. Где? Что, где? Андезит, вот. Ну, по мне так неплохо. Пускай мы оставим андезит. Хотя, давайте-ка я еще поищу. Короче, я поищу еще что-нибудь, что есть в инвентаре. Ребята, я нашел бирюзовую керамику. Все. Ой. Что-то пошло не по плану. Но вот она решает все, мне кажется. Или нет? Нет, ищем дальше все. Thank you.
Ну что, ребята, что хотел сказать? Я определился. Это будет глина обычная. И вот, нужно определиться со стеклом. Потому что, ну, по мне так, это очень похоже на как из Гренни. Ну, мне так кажется. Посмотрите. Я понимаю, то, что в Гренни окно непрозрачное, но я хочу, чтобы было хотя бы что-то прозрачное. Так что я, пожалуй, оставлю именно вот так. Ой, извиняемся. Извиняемся мы. Я извиняюсь. Вот, вот так. А, мы же тут даже можем сломать. Сделать вот так. А, пошел дождь. Помоги мне тут. Ну-ка. Все. Ребят, ладно, я сейчас все исправлю. Ребят, как вы поняли, я все исправил. Да, убрал все, потому что научился. Что хочу вам сказать? Я думаю, что на этом я свой видос. Да, вот такой странный у меня скин. Я такой качаюсь, да, 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 да. Ну, короче, закончим видос, потому что я устал, хочу есть. Ну и видос и так долго затягивается. Я придумаю, какой мне прикольненький монтаж сделать, так что, ну все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.